Первый год у меня лиственница дает шишки на участке. Лиственница у меня посажена вот такая большая осенью 2020 года. Весь 21 год я ее поливал лейками, она приросла. Весной подходил, в конце мая, смотрю, шишечки завязались. Ну, на каждой лиственнице тут их штук по 35-30. Думаю, хорошо, около сотни шишек у меня будет. Прекрасно. Но приезжаю 10 июня. Смотрите, видите, как лиственницы наклонились? А вот это ровно. Нормально. Покости мне ободрали. Из двух лиственниц, с трех лиственниц, две ободрали все шишки. Вот там вот только вот на конце шишечки остались. Первая. И вот так же они мне вторую ободрали. Тоже вот на конце, вот они наклонившие, это самое. Все-таки же какие неугомонные люди. Ничего им, даже слова плохого не говоришь. Да, когда-то это самое за правду высказал. Вот так вот, вроде не потравили, вроде не потравили. У меня вот там вот еще тоже на участке лиственницы. Они уже большие, ну по пару шишек тоже дают семян. Я их, кстати, сдал в прошлом году, у меня там досочки с гвоздями были поставлены. Но их не интересуют, лиственницы их не интересовали до того момента, пока я не сделал репост в интернете с просьбой, кто может выслать мне семян. Они обратили внимание, что мне нужны семена. Ну и классика жанра, как же покость не может не поднакакать. Все, пожалуйста. Здесь, скорее всего, собака соседская залаяла. Они последнюю не тронули. Кто-то, в общем, их спугнул. Там вот, вот да, у меня участок большой вот такой. Здесь, конечно, видеокамера не достает. Вот там вот на доме видеокамера. И последние кедрики уже под это самое под присмотром находятся. У меня был сделан репост. Ну, они в интернете тоже наблюдают. Даже мне с подставных страничек. Добрых людей. Ну, и по костей хватает. Ну, что, теперь придется копить на фотоловушку. Цель у них простая. Поднакакать мне. Поднакакать. Ну, и поднакакать приходит. Поднакакать еще материально. Потому что вот я поставил видеонаблюдение на 30 тысяч, оно бы мне тут и не надо. Деньги бы мне на видеонаблюдение не надо тратить. Но благодаря нехорошим людям приходится деньги использовать нецеленаправленно. Ну а вот здесь мне потравили можжевельничек. Смотрите, половину куста обрызгали, половину, видать, своей отравой не попали. Вот там следующий, я тут травку не кашу, чтобы солнце не выжигало. Вот этот пропустили, вот этот тоже отравили. Вот у меня вот тут рядочек можжевельника идет. Ну, теперь больше они тут уже лазать не будут. Ну, по крайней мере, они мне попадутся. Вот у меня камера видеонаблюдения. Эта зона теперь хорошо просматривается. Так. С этой стороны они больше не трогали. По краям напакостничали. Здесь у меня стеночкой будет сделано можжевельничек. И вот здесь вот тоже можжевельник. Я как раз где живые, вбил тычки, чтобы зимой не трактором не стащили, бульдозером, когда чистить. Вот этот они подсожгли, я думаю, еще осенью. Здесь, наверное, пропустили. Здесь тоже можжевельник не сожгли. Могу сказать одно. Если вы сажаете можжевельник, год он растет, на следующий год он никак не погибнет уже. Он уже будет расти. И вот с этого края. Тут у меня будет вот так вот полоской можжевельник посажен. А дальше сосну горную посажу. И вот с этого края тоже две штучки. Это я уже весной приехал. Вот. Получается, это можжевельники трехлетки. Трехлетки никогда не погибают на ровном месте. Мир не без добрых людей, но и не без злых.